жил на свете человек впечатлительный. Любым советом следовал неукоснительно. Он от этого и умер вообще-то, видимо, по совету из ютубовского видео. Написал бы человек в завещании, чтоб на повторе от начала окончания. Этот трек играл на полуумной церемонии. И чтоб гости плясали, все не филонили, со всей дури, чтоб силы не экономили. Послушай мой совет в формате МП3. Не жди, пока состаришься с Кайли. Жаль, что твои родители мечтают ты. Гори в аду, в аду гори. Послушай мой совет в формате МП3. Лишки, пока состаришься с Кайли. Жаль, что твои родители мечтают ты. Гори в аду, в аду гори. Сатана напевает эту песню в душе, пока жена ему готовит на кухне кушать. Она знает, чем порадовать на ужин мужа, и достает из морозилки твою злую душу. Пока в раковине тает кровавый лед, он шампунь с экстрактом жаржаба берет. И намылившись весь от рогов до копыт, закрытыми глазами то поет, то свистит, то зарычит, то как райская птичка. Мотивчик, аски приипчик, настроение просто отличное. Мелодично журчит водичка, на кухне стучит молоток шипастый. На кухне шипит сковородки масло. Там дымками забывать невкусно, когда повар от бога еда искусства. Послушай мой совет в формате МП3. Не жди, пока состаришься с Кайли. Жаль, что твои родители не чай. Гори в аду, в аду гори. Послушай мой совет в формате МП3. Не жди, пока состаришься с Кайли. Жаль, что твои родители не чай. Гори в аду, в аду. Теперь уже смыл кондиционер, в зеркало посмотрел, видит, располнел. Полотенце снял с крючка на стене, вытер голову и тело, халат надел, сел за стол, налил для аппетита стоя из большой бутылки с перевернутым крестом. От аромата учит желудок пустой, а ты такой кричишь ему с блюда. Стой, трожь, не трожь, рот закрой, вилку не втыкай, не такой уж я плохой, мне надо брать. Сатане не впервой служить эту срань, из рюмки крепкий настой льется через край. Прямо в рот, вот и все, выпит аперитив, он мурлычит. Прогноз же тот же мотив. Сейчас они подстрелятся с женой нормально и отправятся антихриста делать в спальню. Послушай мой совет в формате МП3. Не жди, пока состаришься с Кайли. Жаль, что твои родители не чай. Гори в аду, в аду гори. Послушай мой совет в формате МП3. Лишки, пока состаришься с Кайли. Жаль, что твои родители.